Здравствуйте, друзья! Сегодня я показываю очередную коллекцию, ну, серию из коллекции моих моделей. Тут в основном модели... Нет, все модельки произведены во Франции. А в основном модели Франции и Италии. Ну, вот единственное, вот это вот... Парше немецкое сюда записалось. Вот. Они все выпущены где-то в конце 70-х годов. Да нет, потому что в 80-х я уже их ну, не покупал. Так, ну что с резкостью-то? Вон птички кушают. Все. Это большая карьера. Вот спортивный вид. Вот фирма Нарей. Ну тогда они стоили, я не помню. Ну, вот 10 машин я купил, по-моему, на 130 рублей. Ну по тем деньгам. Сделан довольно хорошо. Этот президентский Citroen. Удлиненное шасси. Citroen SM. Здесь стоит президент. Охрана, шофер. Это моделька Семка Аризон. Вся машина 1.43. Это Citroen GS. Мне цвет нравится такой. Я бы хотел иметь такую машину. Настоящую, конечно. Это Семка 1308. Не знаю, это они как-то ее раскрасили. Гран Туризм хэтчбек. Вот кузов практически, ну, и, ну, теоретически вот похож на наш Москвич 2741. Это известная машина. Это Peugeot 504. Ну, низ пластмассовый, верх металлический. У них не у всех, не все. Тут капот открывается, там где-то двери. Это не столь важно. Это все машины 70-х годов. Вот это итальянская Альфа Ромео. Она, как видим... Ну там вообще два детских места, 2 плюс 2, как раньше писали. Сделан довольно прекрасно. И Альпинино. Вон там даже он, спинка сидений. Видите? Наклоненные там, ну сзади тоже... Ну там тесные места, как вот в этот раз я показываю французскую коллекцию. У меня их было больше, но поломались. Вот осталось 7 машин, которые достойны уважения, и их можно смотреть. Ну все, всем спасибо, всем пока.